Сегодня 1 октября. 1 октября 1882 года состоялось первое официальное заседание общества врачей Самарской губернии. Его целью сами учредители назвали развитие медицинской науки и обмен опытом. А 5 лет спустя, 1 октября 1887 года, это же общество организовало при одной из самарских аптек ночные дежурства врачей. 1 октября 1890 года состоялось первое заседание членов Самарского общества любителей конного бега. В него входили многие уважаемые купцы и состоятельные горожане. В 1903 году любители конного бега обустроили ипподром, где позже расположился завод имени Масленникова. Ежегодно во всем мире 1 октября отмечают Международный день пожилых людей и Международный день музыки, а еще сегодня Всемирный день вегетарианства. В народном календаре сегодня Арина Шиповница. С этого дня на Руси начинали собирать и сушить шиповник. Его использовали в кулинарных и в лечебных целях. Из него готовили витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в первый день октября. Хорошего вам воскресенья и всего только самого доброго!